Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и сегодня мы продолжаем играть в Future Fight. Так, на чем мы там остановились, я уже не помню, но сейчас игра нам это напомнит. Прогрузочка, все отлично. Так, мы получаем с вами награду. Хорошо, нет, это мне не нужно. Всякие ваши тайники Тони Старка, мы это, наверное... Да, мы покидаем эту страницу. Так, и у нас здесь подарочки. Ну, естественно, мы будем их все забирать. Так, что я по одному-то? Заберу все сразу. Вот так вот будет лучше. Уведомления, ага. Нет, что-то мне неохота, честно говоря, смотреть видео. Так что давайте закрываем все это. Так, ладно, переходим. Что, ребят, я думаю, нам, наверное, надо в подменю зайти в лабораторию, глянуть, что у нас там сделалось. Ага, кристаллы собрать. Для улучшения не хватает ингредиентов. Так, отправим ребят. Ага, предыдущую миссию они выполнили, замечательно. А почему я не могу отправить? Так, в чем загвоздка, что-то не пойму я. Ага, собрать команду-то надо, забыл совсем. Давайте вот эту троечку отправим. 240 кристаллов всего требуют они. И полчаса они будут у меня там бороздить просторы. И еще одну компанию. Отлично. 12-й, 10-й уровень. Ну что же, хорошо. Так, конвертер. Ну-ка что, опять же не хватает кристаллов. Почему? Ума не приложу, вроде бы все есть. А, сундуков там не хватает, ясно. Ну тогда, ладно, ребята, давайте, наверное, будем с вами проходить. Так, а здесь у нас что? Сложность легко, пиратский мятеж, теплый прием. Так. Ух ты. Ну давайте попробуем пройти пиратский мятеж. Интересно, это что-то новое, новые главы какие-то? Я так понимаю это. Но в любом случае я там не был, так что сейчас мы это и посмотрим. Знамогде, ну и название. Ага, понеслась. Кто у нас здесь будет боссом, а? Мне вот это интересно. Пространственный мусор. Так, давайте, давайте. Это типа как, ребята, арены какой-то получается, смотрите. Я никуда не бегу, стою на месте. На меня нападают враги. Я должен, так понимаю, отбиться от них. Ну, в принципе, это все будет у меня сделано элементарно. Враги ватные, так что никаких тихо. Лазеры тут какие-то еще, ё-моё. Тихонько, тихонько. Не буяньте, ребята, не буяньте. Вот так вот, вкусили мои цепи. Я думаю, вам понравилось. Как я их отлично. Что-то я от них получаю. Какие-то сундучки. О, вот и босс у нас. Что там за босс-то? Я даже не могу понять. Какой-то зеленый. Ого. Так, давай-ка. Ой, да елки-палки. Он казался ватным каким-то. И миссию я прошел. Ну, это хорошо, ребята. Так, да еще и 3 звезды получил. А вот опыта дали, конечно, маловато. Очень мало, ребят. В основном какой-то мусор и жетоны. Не знаю, для чего жетоны, но думаю, в дальнейшем они нам пригодятся. И... Так, тут можно выиграть карточку. Даже не одну. Ладно, это было пробное. А теперь давайте, ребята, основное задание будем проходить. Отрубить голову. Часть 6. Начинаем. Ага, у нас тут будет красный череп. Получена реакция на ИЗО-8 с линкора, который только что взлетел. Устройство телепортации там же. Полагаю, там на борту какие-то плохие парни. Красного черепа, должно быть, здорово потрепали. Не могу поверить, что он убегает. Давайте положим этому конец. Да, я только за. Неужели мы добрались до красного черепа? Что-то как-то больно быстро. Улучшенный авианосец Ци. Ну давайте, щеглы, подходите. Что я тут с вами буду, терепунькаться что ли? Нет. Вот так, отлично. Адское пламя дает о себе знать. Ух, какая красота.
Что вы там со своими пукалками-то? Что вы можете сделать? Давай-ка, железный человек. Ну что ты в рукопашку-то, как лохмандей? Давай-ка вот так вот сделаем. Вот это другой разговор. О, хорошо ты как. Молодец. Так. Да, кстати, ребята, я так и не понял, стоит ли делать прохождение этой игры или нет. Вы ничего не писали в комментариях. Так что я уже буду тогда, если вам не надо, для себя чисто снимать коротенькие такие видосики. Ну, как бы проходить игру, не спеша, для себя. Так, понеслась, родная. А если вам интересно, то пишите, каких бы героев вы хотели увидеть и посмотреть. У меня их не так уж слишком много, ну и немало, ребята. Так, очень много, конечно, еще не раскачанных. Как, например, Железный Человек и тот же самый Веном. Давай, давай, вот. Единственная отрада — это мой гонщик. Призрачный гонщик. Он у меня самый сильный, самый развитый. Так. Ух ты, красота. Давайте, мне нужны души. И чем больше, тем лучше. Так, что, добежали до босса, что ли? Да не может быть такого. Ну что такое, что так долго-то, а? Ну прогружайся ты быстрее, елки ты палки. И кто тут у нас? Люк Кейдж. Ну давайте. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, а Люк Кейдж там еще с какой-то охраной у нас, да? Оба-на, неплохо бомбанул. Но это тебя, братишка, не спасло. И Люк у нас просто-напросто помер. Ну, я думаю, 3 звезды вы должны получить за уровень, да? 2? А почему 2? Эй, я же вроде бы прошел без косяков. Как так? Зажали, зажали мне звездочку. Поздравляем, ага. Ну, это понятно, достижение получил я. Это все потом будет. Так, давайте следующую миссию. Кто тут у нас? Ух, вот теперь, ребята, мы будем, наверное, с красным черепом драться, я так понимаю. Или опять какой-нибудь его на телохранитель будет. В общем, сейчас мы увидим. Так, мы все еще на авианос. Ладно. Ух ты, прибыл странник-враг, каратель. А почему враг? Вообще-то прибывает всегда ко мне напарники, а тут враг. Ладно. Ну, у меня тоже есть помощь, как вы видите справа. Это этот Тор. Ну, я думаю, без него справлюсь. Смотрите, смотрите, бегут радостные такие. Ох ты, просто табунами валю. Да, вот насчет, как бы сказать, мобильной игры. Эта игра сделана достаточно хорошо и красочно. И очень много здесь персонажей, и суперударов всевозможных, и развитий сколько. И, короче, для мобильной игры очень даже неплохо. Красный череп, конец твоим планам. Ха, это кто сказал? Капитан Америка? Это право принадлежит только мне. Сдавайся уже. Всем твоим корешам из других измерений уже крышка. Ха-ха-ха, ты действительно думаешь, что я бы доверился им, чтобы осуществить свой план? Ну, почему бы нет? Это всего лишь небольшая забава. Да что ты говоришь, я сейчас тебе... Похоже, тебе понравилось. Я сейчас говорю о твоей встрече с мисс Картер. Она была так убита горем. Какой же ты неудачник. Неудачник? Боюсь, что нет. Понимаете, у меня еще есть в запасе несколько карт. Правда? Ну, разве что у тебя стрип-флэш. А иначе лучше просто положи их на стол. Альтрон, уничтожить их. Да, повелитель. Альтрон. Хм, Наташа, это настоящий флеш-рояль. Поберегись. Альтрон, да я думаю, что... Я его сейчас разнесу в хлам, наверное. Так. Ага, тут получается как 2 босса. Ладно. Пора применять свои суперудары. Йо-хоу, понеслась, родная. Все, Альтрон уже не желез. Все, сдох он там. Ну, а теперь и красный череп. Ой, ребята, да он ватный. Ватный, смотрите. И все, напоследок я ему адским пламенем поджарил. И я, естественно, прошел миссию. Ну и что он на это нам скажет? Как он будет теперь величать? Ну, наконец-то 3 звезды. Вот, сейчас хорошо. Так, железный человек получил у меня уровень. Ух ты, я еще уровень получил общий, 13-й. Так, найден герой. Да, я хочу взять.
Отлично. Биография. Красный червь, специалист по рукопашному бою, меткий стрелок и мастер перевоплощения. Он обладает острым умом в том, что касается военной, политической, корпоративной и подрывной деятельности. Такой, да? Жулик, одним словом. Ну что же, вот ребята добавился. Рррр, черт подери. Эти ребята совершенно не знают, когда нужно прекратить. Альтрон, встать, убить их. Ну давай, вставай. Посмотрим на тебя. Я выполню ваш приказ. Черт, Альтрон, а не красный череп является проблемой. Я думаю, у нас нет проблем, ребята. Альтрон, это вата. И? Что, Альтрон остановился? Что ты делаешь, Альтрон? Разве ты не слышишь меня? Я сказал убить их. Его, по-моему, заглючило. Приказ. Все, его перепрограммировали по ходу дела, да? Все, он завис. Почему-то дальше у меня ничего не идет. Приказ отклонить. Что? Вы мне больше не повелитель. Мой повелитель я, Альтрон. Вернулся. Неужели ты созрел? Ну и дела, нет. Что происходит? Действительно, что происходит? Альтрон, по ходу дела, понял, что он — это он. Альтрон вышел из-под контроля красного черепа по собственному желанию. Идея попытаться контролировать Альтрона, который мог самосовершенствоваться. В общем, она была бредом с самого начала. Да, железный человек, я с тобой полностью в этом согласен. Вот просто замечательно. Я выхожу из этой ничтожной битвы. Ты не можешь, ты мой раб. Если ты не будешь меня слушать, я активирую бомбу, установлю в твоем блоке питания. Как хочешь. Ха-ха, черт. Тик-тик-тик. Что, что такое? Почему не работает? Да потому что он ее отключил, наверное, уже. Вот так бы он фиг отказался бы из-под контроля выходить. Верно, ребята? Ты себя контролировать не умеешь. Нецивилизованная тварь. Я еще отплачу тебе за то, что, блин, не успел прочитать. Даже Альтрон оставил тебя. Готов сдаться, череп? Нет, этого не может быть. Ладно. Ладно, ребятушки, я думаю, что раз такое дело, я прикончу вас своими руками. Ну, вот тут ты ошибаешься, братишка. Не дайте ему убежать. Мы его потеряли. Вместе с устройством телепортации. Все это очень фигово. Да, ребята, он опять от нас сбежал. А я-то надеялся, что мы его завалим. Ну да ладно, ребята, вот такой у меня получился коротенький ролик. Ну, если вам хочется, конечно, смотреть дальше продолжение, пишите в комментариях, и я продолжу. Много тут всяких историй, замечательных квестов. А на этом все, ребята. Всем пока и спасибо за просмотр. И увидимся, надеюсь, в новых сериях именно этой игры. Замечательной, хорошей, увлекательной. Все, ребятушки, всем пока и до скорого. Nigga, you can't stop bounce.